Yeah. You were going to call me back. Sorry. So, the fingerprint in the metro station and the boot print are not the matchmakers, but this other guy. So, is he the torturer? Doubtful. It's not the torturer's MO. Think about it. The final murder in each of those cases on your list ended with a killing similar to the previous ones. This guy goes around and kills the killers in the same way that they're killing the innocent. He's like an Uber killer, a serial killer X, a perp not on your original case list. So, this serial killer X kills serial killers. He takes them down using their own methods. If the torturer is still at large, what's his MO? Pretty sick stuff. He likes to abduct people, torture them for fun, then let them loose and hunt them down. His goal is to drive them to suicide so he doesn't actually deliver the final blow. What is this city coming to? Alright, so I've got to find the torturer and save his ass so the new killer doesn't kill him? Life of an agent. Yeah, well, I'm no longer an agent, apparently. Sorry. Look, I can't get you the bureau dossier on the torturer now, as you can imagine. But we can find out some public information. And I have something else you need to see. Okay. Well, it's too dangerous for me to come to the bureau. Can you meet me at the city library? You know there's been a fire there. The whole thing's shut down for repairs. Exactly. There's damage, but there's gotta be a terminal or two still working. And no one will know. Can you meet me there in, 15 minutes? I'll be there. Привет, ребятушки, с вами Антон, и мы продолжаем проходить замечательный хоррор Condemned Criminal Origins. Тут у меня была загрузочка сейчас, новая локация, и я вам сейчас расскажу, что там нам написали. Написали много интересной информации, разве птички. Во-первых, нужно начать с того, что... Выяснили, что излучение влияет как на птиц, так и на людей. Так что этой гадости подвержены абсолютно все без... Ладно. Все без исключения подвержены этой напасти. Поэтому, собственно, мы с вами и встречаем столько... Ух ты, блин! Жесть. Блин, я поднасрал. Поэтому мы встречаем столько одержимых людей. Хотя, это уже людьми не назовешь. На самом деле. Нужно быть аккуратнее. Там вот один, по-моему, за фанерой спрятался. Это из-за тебя. Я, блин, чуть с ума не сошел. Маньячило. Ой, даже не поймешь, кстати, на улице. То ли день, то ли вечер. Да вали уже. Блин, такое лицо было несчастное, грустное. Только посмотрите. Аж даже жалко стало его. 5 патронов. Вполне неплохо. Ой. Я ж думал, тут одну птичку схавал. Музыка, музыка, не надо так. Все-таки это будет понадежнее. We're getting reports of violent outbreaks near your current location. Damn, and that means the cops. You need to get the hell out of there. Не знаю даже. Окей. Короче, как я понял, когда вот эти вот рисунки на стене есть, то рядом где-то находится пластина.
Вторая часть, кстати, Condemned Bloodshot. Или как-то так, я в английском вообще не силен. Совсем другая. Механика у нее иная, абсолютно. Так что, такие пирожки. Что делать-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я сдвинул объект. Чё я этим изменил? Кусок говна. А, понятно, надо было просто продержаться, по-видимому, да? Болим, болим, болим. Дайте вылезти. Я чё, ружье, патрон бесконечный, я не понял. What the hell was that? Thomas, I'm at the library. Where are you? Rosa, be quiet. Такой Смитти, тупой Джонсон, коп, шаблонный. Дверь открыта, он даже не додумался туда заглянуть. Тут что такое вообще? Блин, как тараканы вообще разбежались от света, пипец. О, ну что ж, добро пожаловать в библиотеку, что ли? Надо оружием побыстрее разжиться, а то что-то без него совсем туго. Темнота и пустота. Замечательно. Роза, ты где? Вообще такое на самом деле спокойное здание на фоне всех тех локаций, которые до этого были. Это не может не радовать. Оперный театр. Блин, я не хочу туда идти. Почему фонарик не работает? Е-мое. Вот это приход называется. Приход так приход. Вот это уже на самом деле... не очень похоже на библиотеку. Какие-то офисные здания, офисное здание какое-то. Окей, окей.
Thomas, over here. Over this here. Might not have been a good idea. Squatters and addicts have moved in, and they don't like company. Come this way. I have something to show you. I used my security clearance to do a little checking up on you. I found this folder in your supplemental personnel file. During your last physical, they found several abnormalities. For starters, your bone and muscle densities are off the chart. You have a reputation for being tough, but who knew? You also have a hyperactive serotonergic system in the brain. What that means, I have no idea. And lastly, there's a chest x-ray that's been redacted. Redacted? Yeah, right where your esophagus and larynx are. Someone's blacked out the x-ray and added the notation, "See subjects PR56. A PR56 is a special addendum to a personnel record, and yours is classified black. That's pretty top-level security, way beyond either you or me. Our government is awfully interested in you. I didn't know. Well, now you do. Maybe I shouldn't have told you, but there it is. Oh, and I also left something there on the counter for you. Popular modification to the standard taser. Ну, за это спасибо. Jeez, Thomas, you okay? You looked like you were about to faint there. Come on, let's get this over with. Вот эти все... Scavengers looking for parts to sell, or just maniacs destroying things. We have to find a terminal that isn't damaged. Тут все глюки напоминают, конечно... Hello. Looks like someone left the master key in the lock. Чем-то сериал. Research this office. I'll take that one over there. Который недавно вышел. Ганнибал. Там тоже такие приходы. У главного персонажа. Ну как у главного, у одного из главных. Высокие очень. Чё я несу? Какие высокие? Блин, я не хочу туда идти. Что это вообще за хрень такая? Я не могу понять. Ну блин, ну чуть не обосрался. Ух, полегче немножко стало. I told you we weren't alone. Come on, I found a working computer. Что за компьютер? It's a search engine specific to the library. Just type in the torturer's name, and we should get the latest info from the local news, including broadcast feeds. Damn it! Can anything else go wrong? We'll have to find the server room and get the network back. Не понял. Чё за фигня? Куда делась Роза? Ладно, сохранимся на всякий случай, пускай будет. Бесполезный кусок говна. Ладно. Не будем отчаиваться. Ну, кажется, Розу похитили, только когда это успели сделать, я не очень понимаю. Роза! Роза, are you there? Мы правильно идем вообще?
Походу, да. Все верно. Главное запоминать правильные. Ну-ну. Ну, думаю, туда идти бесполезно. Вот сейчас сюда, наверное, попробовать стоит зайти, да? Монтировка. Которой у нас, к сожалению, нету. Хотя у нас и так оружие не настолько плохое, то есть достаточно хорошее. Давненько не было исследований. This is Rosa. I'm out of the lab at present, but will return shortly. In an emergency, please use my authorized bureau cell number. Physical evidence received and stored. Ты что ж ты будешь делать? Ну, ему, похоже, хватило, да? Нет? Теперь все. Какой? Все? Хватит с тебя. Блин, в этих рядах запутаться можно, реально. У меня уже глюки начались, я уже, блин, представляю себе, как кто-то со спины подкрадывается. Ё-моё, это что ж ты будешь делать? Шкафы чем-то напоминают задачку ту из Resident Evil 2. Я думаю, чё это так они с первого раза-то падают? Оказывается, это, блин, заслуга нового модифицированного электрошокера, который нам Роза подарила. Вот и все. Да, блин, сколько ж вас тут? Блин, уже... Чё-то я много раз, блин, говорю. Ну да ладно. Я думаю, нам топорик нужно взять, верно? Хм. Обрез. В таком случае полезнее будет, конечно же, топор. Я не очень догоняю, что нам тут надо сделать сейчас. Ну, что-то, я думаю, нужно, по-любому. То есть не может такого быть, чтобы вообще никаких действий не было. Ну, не может. Если тут дверь закрыта, то не значит, что дверь будет везде закрыта. Ну да ладно, нам, наверное, нужно обратно возвращаться. Погуляли, как говорится, тут и хватит, да? Тут много разветвлений достаточно, я смотрю, да? Вообще ничего не активно. Назло. Нифига. С оружием огнестрельным шутить. Крысёныш. О. А, ну все, все. Более-менее теперь понятно, откуда мы пришли. Тогда, наверное, в эту сторону направимся. Ну да, точно.
Что мы здесь хотим найти? И там. Покажи, расскажи. Наверное, на одном... Ну, я же вижу здесь этот телефон. А что еще тут может быть? Ярко-фиолетовый. Ну, это мы знаем, да. А дальше-то что? Дальше как быть? Здесь везде свет, как назло, и достаточно... Блин. This is Rosa. I'm out of the lab at present, but will return shortly. In an emergency, please use my authorized bureau cell number. Physical evidence received and stored. Прошу прощения. Что это было? Хранилище книжное, да? Стало доступно нам для исследования. Хорошо, хорошо. Офигеть. Надо сохраниться, да? То там целая бригада была. Молодцов. Мы, походу, в самом начале пришли, да? Я на всякий случай держу палец на кнопке электрошокера. В любой момент, потому что могут напасть. Надо быть начеку. Здесь сейчас никакого прихода не будет, а то это уже будет перебор, по-моему. Ну, отлично. Более-менее все путем. Ох, 20 патрон. Ну, будем использовать их по назначению. Оружие что-то много дают. Это одновременно и хорошо, и плохо. Все-таки баланс более-менее теряется. Монтировка опять. Ну, что так делает? Он бы потом взять автомат сразу же. Тут интересно, есть разница, куда ее тыкать? Не-а. На всякий случай, давайте откроем и тут, и там, чтобы потом уже туда-сюда попусту не ходить. И снова возьмемся за автомат. Благо, штука хорошая, достаточно. Ну все. Ты меня разозлил. Давай выходи, подлый трус. Обрез эта штука ненадежная. 6 патронов потратил на этих клубников. Ну ничего страшного. Я думаю, чуть позже это все с лихвой окупится, верно? А это второй путь. Значит, нам нужно сюда вот что ли идти, да? Немножко раздражает, что Итан так медленно передвигается. Это совсем не плюс. Душок. Хорошенький такой, да?
сразу, а он-то где? Походу придется нам с кувалдой, ой, с автоматом расстаться. Помню, помню, я здесь фишка такая. Я очень долго думал, что делать. Оказывается, здесь нужно, по-моему, лестницу использовать. Да. И передвинуть уже. Точно? Фига себе, ты и там толкнул ее хорошо как. Но вернемся к автомату. Так, спокойно. Back off, you bastard. Come any closer and I'll rip your head off. Rosa, it's me, Thomas. Oh. Oh, he must have clobbered me in the back of the head before taking off. Are you okay? There were these shadowy things standing over you. What? Look, while you're chasing shadows, that jerk tried to kill me. I bit him good though, right on the hand. Did you get any of the blood sampled? I saw some hit the floor. Yes. Sampled and transferred back to the lab. Excellent. Мобил бы хоть я подобрал. Возможность-то была. I can patch in through this computer and do a remote analysis. Bingo. DNA from the sample matches DNA taken from the metro station hideout. This is the guy. This is our serial killer X. He killed the policeman, and he's been killing all of the other guys on your case list. What did he want with you? He wanted to know what we knew about the torturer. He made me look it up on the net. He knows the whole MO now. The abduction, torture, suicide thing. Thomas, the torturer is on your case list, and he's the only one whose trail hasn't gone cold since we ran into this serial killer X. X wants the torturer to die. He's hunting him down. Take a look at this. This is Jennifer Alden, reporting from police headquarters. Developments in the case of the torturer serial killer. A retired gym teacher from the city's juvenile rehabilitation program has informed police of contact he had almost 8 years ago with a troubled youth named Carl Anderson, who reported fantasies that matched the torturer's methods exactly. Authorities are now asking the public to inform police if they know of Carl Anderson's whereabouts. Do not approach the suspect, as he should be considered armed and dangerous. Sources within the police department are telling me they are also concerned because their informant can no longer be located. Department spokespersons have refused comment on this latest development. This is Jennifer Alban, reporting for News Channel 5. Carl Anderson. A gym teacher tells the cops on you, and now the teacher can't be found. Okay, Rosa, we have to find the school where this teacher worked. School and city district records are in the basement. Follow me. Hopefully this key will get us where we need to go. Дела, да? Есть вот такой вот у нас загадочный убийца, который убивает других серийных убийц. И называем мы его Serial Killer X, или иначе серийный убийца X, без имени. Следующий в списке серийного убийца X, серийный убийца под именем Палач. Похоже, мы какую-то зацепку уже получили первую о местонахождении этого палача. Но она не полная. Нужно дополнить информацию, и сделать это можно только в архиве. Архив у нас находится в подвальном помещении вроде бы. Хотя, конечно, могу ошибаться, но думаю, это примерно так будет. Хотя, честно говоря, не хочу побывать в подвальном помещении, потому что оно ничего хорошего не предвещает, я думаю. Кстати, красивая картина достаточно. Откуда ты ключи на дыбу, Роза? Ну? Это что, ремонт что ли идет? Или просто начали делать и заморозили все? Наверное, так, да. И, блин. What the hell's that? Sounds like an animal is crawling around up there. Не говори, или насекомое. Потому что людям, не знаю, ну, по-моему, не свойственно людям так передвигаться на четвереньках. Это немножко нестабильно звучит.
и со стороны тоже. Не ахти как. Да, похоже, там ремонт уже почти сделали, а вот здесь еще не дошли. Видите, все в плесени. Старое помещение достаточно. Так очень, как тут пожар был. Looks like this is where the library suffered the most fire damage. Да, 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 точно, пожар. Я оказался прав. There should be a stairwell that leads down to the microfiche room. Дайте взять пластинку. Отлично. Конечно, не знаю, кем надо быть маньяком, чтобы все вот эти вещи собирать. Ой-ой-ой. Ладно, постараемся не обращать внимания. Ты меня так пугаешь, Роза. Нехорошо так делать. Подкрадываться так тоже тихо, блин. Не надо, а то я тебя огрею еще. Ой, жуткое место, реально, вот это вообще пипец, все в гаре. Да, я в порядке. Yeah, busted my flashlight though. Stay put. I thought I saw something down there in the dark. I'll be there in a minute. Зашибись. А мне что делать без фонаря? Тут темно как в жопе. Так, так, аккуратно. Ой-ой-ой. Thomas! Thomas, it's me! Snap out of it! Here, take my flashlight. Отлично. Make your way around to the doors on the other side. I'll let you in there. Don't take too long. Standing in the dark without my flashlight makes me nervous. Блин. Вот нечисть. Так, так вот прямо хотелось в жопу засадить ему этим шокером. Надо тут аккуратнее быть этому, да? Блин, падла стрёмная. Да иди сюда уже. Че это вообще за чмо? О-о-о-о. Ладно. Они явно книжки не любят. Очень не любят их. How convenient. Okay, jump down and see if you can find your way back to the stairs. I'll go back this way. Ну, перепрыгнуть просто нельзя, Томас, взрослый мужик, блин. Ты меня поражаешь иногда, реально. Согласитесь, зрители, это так. Поджарил попец, да? Ой, блин. Гнида. Ладно, ладно. Я еще с тобой встречусь в этих стеллажах. Да? Встречусь? Нет? Короче, рашить надо. Ну, более-менее полегчало. Так, это кто? Ну, у нас оружие более крутое, поэтому можно не заморачиваться по этому поводу.
вообще охренели. Пять патрон. А в автомате сколько? 12. Да, конечно же, мы пойдем лучше с автоматом. Хотя ручка у него уже никакая, но ничего страшного. Вот это было душно. Очень. Оружие. 5. Ну, ладно. Не ахти, конечно. А тут? Вообще 0. Ну, конечно, тогда лучше с пистолетом ходить. А я-то думал, что этот мужик просто так бегает с дробашом и не стреляет из него. Оказывается, вот такие вот пирожки. Тут где-то пластинка должна быть, да? Все верно подмечено. Все верно. Но все же. Куда-то мы должны прийти, правильно? А вот куда? Вопрос. А, все верно. Jesus, Thomas, it took you long enough. Да ты себе не представляешь, сколько я там гадостей встретил. Не то слово. Нам было все-таки убедиться, да, что на лестнице ничего полезного не осталось. Офигеть. Jesus, this is getting out of hand. We need to get this microfiche information and get out of here. You mind taking the lead through this area? Там на фоне стреляют, а Роза так спокойно говорит, как будто ничего не происходит вообще. Все нормально. Че, кровь что ли? Да, кого-то тут хорошенько ранило так. Ну, лучше об этом не задумываться, я полагаю. Самый действенный вариант. Okay, 8 years ago would put the kid and the teacher at the same school in 1997. Here it is. Anderson Carl. There's a lot of Carl Andersons, but I bet this is our guy. He was enrolled or sentenced to an educational rehabilitation center for the severely troubled. St. Joseph's Secondary on Northeast 52nd and Fremont. It's been closed for 5 years, and no wonder. That's one of the worst parts of town. Christ, the cops have just been letting it go to hell for years. And what about the faculty? Doesn't list occupations, just a list of names. I'll take it back to the lab and see what I can find. It's him! He's been listening to us! It looks like we've attracted other unwanted attention. Oh. Что делать-то? Ну. Не ожидал, да? Давай, поднимайся. Скотина. Сохраниться надо. Там мало ли что. Нормалек. Thomas, the exit. We need to make a run for it. Вот, а тут-то. Ну хорошо, хоть не один. Бегу, как всегда.
What about our serial killer X? He's got the same information we do, so that means he's also going to go to the school. Perhaps I can catch two killers with one net. I'll drive you there, then head back to HQ and work on that faculty list. Отлично. Вообще, это была замечательная серия. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.